почему у нас в крае никто не довел это дело до такого. А я вам говорю, почему проблема края. Вы вот задайте вопрос человеку, который попал в ДТП с утра, позвонил и люблю 5. Вот буквально через 5 минут ему раздаются 50 звонков людей, которые предлагают выпустить его дело, идти в автомобиль. И все прочее, вообще такого нет. Люди сотрудники безболезненно приходят в офис, там говорят, давайте будем какие договоры, нам это выгодно, а как это безубыточный регион. Поэтому в городе надо смотреть. Мы понимаем, что да, автолюбители страдают, но страховые компании, если было бы выгодно страховать остальные, разве была бы такая проблема? Мое личное мнение, почему в Москве этого не происходит, потому что там надзорные органы рядом, москвичи как-то более... По команде сидеть, подкован, что ли, в этих тонкостях, чуть что, сразу пишут жалобы, и там просто не хотят с ними связываться. Подходим, а в глубинке, в регионах, хорошо, как-то люди попроще, что ли. Ну, я думаю, что они просто не хотят тратить время, если там убыток составляет там 5-10 тысяч рублей, они просто расходят два месяца и объезжают. А у нас же 5-10 тысяч рублей это все оформляется, потом автолюбители выносят еще 110 тысяч рублей за страховой компании, причем вполне законными образом. По команде лежать, даже передавали по радио, что у нас судья Первомайского суда 200 дел вынес в день. То есть решение по такому делу. Представляете, человек работает, да, это 200 подписей поставить. То есть это система, с которой страховые компании уже бороться не могут. И поэтому они снимаются, они не могут, они не выгодны. Ну зачем работать в убыток, когда команду места есть другие виды страхования, как такой более интересный для страховой компании. Давайте последний вопрос зададим, вы как к этому полису относитесь? Он решит проблему вот этих дополнительных услуг, которые страховщики навязывают своим клиентам? Хорошо. Да, не удалось продолжить наш разговор. Ничего страшного, друзья, продолжим разговаривать с вами. Звоните 24-03-13. О страховщиках обсуждаем. Пусть ОСАГО, с чем вам приходится сталкиваться при их оформлении, с какими проблемами. Ну, видишь, ведь меняется ли ситуация к лучшему? Да, конечно же, проблемы озвучены, определенные пути выхода из этих проблем. В общем, звоните, делитесь, обязательно с ними повторяйте. Команде ко мне, собака. В клинике Екатерининская открылся новый центр глазной хирургии. Оперативное лечение глаукомы и катаракты. Ведущие хирурги, специалисты, которые радуют вас. Клиника Екатерининская стала еще больше, чтобы вы болели еще меньше. 202-202. Имеются противные показания, требуются консультации специалиста. Тем, кто ценит высокое качество топлива «Лукойл», мы дарим лучшее, что у нас есть. Наш бензин. С 1 января по 31 марта 2016 года приоравляйте полный бак на всех изоляционных «Лукойл» и получайте сразу до 5 литров бензина в подарок. Выбирайте топливо, аккредитованные ведущими мировыми автопроизводителями. Больше заправка.